сорт декоративного, съедобного острого перца Blue Christmas. Это голубой рождественский перец. Вот он созревает вот такого вот неоново-голубого цвета. Потом становится слегка светлым. Вот давайте посмотрим здесь, какой у нас. Потом становится вот оранжевым, а потом красным. Они как свечки. У него темно-фиолетовая листва, темно-фиолетовый ствол. Этот перчик имеет остроту от 2500 до 8000 сковелей. Он не очень острый, подходит как для консервации, так и потребления в свежем виде. Высота такого кустика может достигать от 40 до 50 сантиметров. Такой кустик можно выращивать в горшках от 3 литров. Срок созревания у такого перца 85-100 дней. Вкус у перчика немного соленоватый, со сладостью. Вот такой вот очень красивый, очень изящный куст. Посмотрите, какой красавец. Вот высота его. Здесь у него большое количество пасынков. Плоды бывают небольшие. Вот, маленьких вот таких вот. И до таких. В пределах 2 сантиметров высоту. Он неприхотливый. Украсит любой подоконник. Очень красивый. И очень урожайный. Этот перчик можно выращивать как на подоконнике. Этот сорт многолетний. Так и в открытом грунте. Ну, в открытом грунте вот сейчас он у меня. Высота у него где-то, сейчас скажу, ну, примерно вот в этого сантиметров до 20, наверное. Да, сантиметров 20 будет. Да, это где-то в пределах 20 сантиметров. Это чуть-чуть повыше. Вот. Чуть-чуть выше. Это где-то сантиметров может быть 25. Очень высокоурожайный. Очень привлекательный сорт. Советую такой сорт. Посадите себя на подоконнике. Он плодоносит круглый год. И будет радовать вас своими урожаями.